Всем здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. И сегодня у нас очередной завоз. И сегодня, значит, привезла и красивых орхидеек, и отцветаек, и сюрпризов, и дендробиумов, и камбрий. И сейчас о каждой орхидейке постараюсь поболее подробно показать и рассказать. Сразу скажу, ссылочка на мою страничку в Одноклассниках будет под этим видео. Отправляю почтой только по России. Извините, только так. Так, в наличии есть также, хочу напомнить, есть грунт Циафлора, есть мох Сфагнум. Пожалуйста, обращайтесь. Так, ну вроде бы предисловие все, и начнем. Снимать буду без вспышки, потому что, думаю, будет засвечивать, а так будет более натуральный цвет. И вот такая вот красота сегодня у нас приехала. Это Равелла в виде вот такого вот пилорика и бабочки. Хочу сказать, что Равелла имеет свойство, то есть в одно цветение может быть она вот таким, в другое цветение просто Равелла. Сейчас покажу на примере вот таким. Может быть бабочкой вот такой. И сейчас поподробней. Эти цветочки девочкам по броне будут, которые записывались на них в очередь в альбоме. Вот такая вот красоточка. Очень красивые, очень жесткие. На два цветоносика. Такая вот красота. Ну, с корнюшками и шейками уже говорить ничего не буду. Все прекрасно. Это был номерочек один. Так. Номерочек два. Тоже такая же красотка. Тоже на два цветоноса. Очень такие прям жесткие восковые цветочки. Сейчас попробую показать вам поближе эту красоту. Очень красивые. Еще открывают бутончики. Тоже с корнюшками, видите, все прекрасно. Так, номерочек 3, вот такая пышная красотка на два цветоноса. Смотрите, какая прелесть. У нее один цветонос полностью открыт вот такой замечательной бабочкой, а другой цветоносик, сейчас я попробую вам показать. Смотрите, здесь бабочка, о чем я и говорила, да? И рядышком цветочки вот такие. Настолько красивые. И вот открываются бутошки. И там уже видно тоже, что это бабочка. Столько бутошек. Сзади еще бутошки. Мне очень нравится этот сорт. У меня есть такая орхидейка. Цветет она очень долго. Не стрессует. По крайней мере у меня. Все с ними в порядочке. Любит подцвести. Это была орхидейка номер 3. Орхидейка номер 4. Так. Так.
Тоже вот такая бабочка, но беленькая. Смотрите, какая красивая. Вот такие вот цветочки. Цены можно будет посмотреть в Одноклассниках на моей страничке. Если вы сейчас уже смотрите это видео, значит, все фото загружены. Сейчас буду все загружать по-новому. Альбом на данный момент закрыт. Сниму видео, выложу все фото, открою альбом для вашего доступа и выложу это видео. Сделала это для того, чтобы вы не сидели, не ждали, когда появятся цветочки в альбоме. А зашли, увидели видео, значит, уже и цветочки все в альбоме. Так, номер 6. Такие тут шикарные тоже корни. Прекрасный кустик, растет новый листик. И смотрите, какая красотка. Это тоже пилорик. И она тоже будет потом, следующее цветение, возможно, и бабочкой. Смотрите, вот так тихонечко открою. Я не люблю этого делать, но я должна вам показать. У нее краешки, видите? Вот такие вот пестренькие. Губа у нее очень красивая. Да, без вспышки, конечно, плохо видно. Но зато цвет натуральный. Вот такая вот красотка. Здесь уже побольше открылась маленько. И смотрите. Также один цветонос, да, все цветочки, и другой цветочек вот такой цветом и вот такой формы. Очень интересно, да? Одно цветение будет таким, сзади смотрите, какие они прям кожаные на бутошечках. Просто сказка. Наверное, мечта любого архамана. Так, также вот чармеры привезла, уж показывать не буду, да, так поподробно их. Такие вот пушистые кустики. Фото все выставлю. Чармеров 5 штучек. Так, вот такую красоточку еще привезла, тоже бабочка. Смотрите, какая пушистые цветочки, меленькие у нее. Смотрите, какая красотулька. Окантовочка у нее такая прям волнистая, красивая. И бабочка. Смотрите, какой пушистый кустик. Этот сорт тоже любит подсвести. Два цветоноса, но он как мультифлорка, то есть в разные стороны идут ответвления. Кустик невысокий, примерно где-то 50 сантиметров. Очень красивая. Тоже на бутончиках еще все. То есть это еще не все цветочки открылись. И леодорка. Вот такая вот шикарная. Смотрите, какие листья. Аж переливаются. Леодорка на два цветоноса. Пахнет даже сейчас. Сока Вивьены. Пандочки. Эти цветы, кстати, с прошлых привозов. Сейчас показываю. Обновляю альбомчик, изменю номера. И заново сделаю фото, чтобы вы видели, что цветочки в цветущем прекрасном виде и нисколечко не потеряли свою красоту. Эти цветочки, если вы помните, приехали давно, но вы посмотрите, как они замечательно выглядят. Вот эта вот красоточка.
Смотрите, какая сказка. У них губа такая прям интересная. Очень красивая. Тоже такая не мягкая. Так, вот такая красотка. Вот такие мы, как звездочки. Тоже пушистый кустик. Все замечательно с корнюшками. Также с шейкой все прекрасно. Так, сейчас уберу эти цветочки и поставлю следующие, вам покажу. Нет, уж не буду я их там тормошить все, потому что еще фотосессию устраивать. Сейчас я вам покажу вкратце их здесь. Какие красотки новенькие сегодня еще приехали. Так, сейчас минуточку. Так, сейчас достаю показать. Смотрите. Какой замечательный цвет. И она прям переливается. А губа, посмотрите, какая у нее красивая. Еще на бутошках. Два цветоноса. Пахнет, кстати, кофе. Вот такие вот шикарные кусты. Тоже замечательные корнюшки. Вон там видно новый рост, видите? Куст шикарный, прям такой не маленький. И цветочки вот такие вот чудные. Они прям такие вот, их трогаешь, они такие прям, не знаю даже, как вам передать, как будто плюшевые. Прям такие хорошие. Я нежно-нежно трогаю, не переживайте. Но я вам должна это показать, эту красоту, чтобы вы ее увидели. Вот такие вот они чудесные, с такой ярко выраженной губой. Очень красивые. Таких всего три привезла красоточки. И все они вот такие пушистые. Так. Потом вот такая вот красоточка. Тоже смотрите, какая яркая, насыщенная. Цвет показывает вот прям натуральный. Специально снимаю без вспышки, чтобы вам было видно. Очень красивая. Тоже два цветоноса. Так, уже начинаем драться. Так. Давайте вот так вот покажу вам, да? Чтобы было побыстрее видео. Такая вот красотка. Смотрите, у нее верхний цветочек как будто не хватило краски. Художник рисовал, да, и не хватило краски. Такие вот красотульки. Очень красивые, невысокие они, где-то примерно 60 сантиметров. Такой красотон. Тоже такой весь пушист. Смотрите, какая прелесть. Весь переливается. Настолько мне нравится этот цвет. Он не маркирован, похож на мальма, но мне кажется, это не мальма. Мальма, не мальма, но он очень красивый. Так. Вот такая вот. Прям оранжевая красота. Смотрите, у него здесь в серединке прям другой цвет. И так красиво смотрится.
прелесть. Таких два цветочка. Так, такую красоту ли тоже кто-то заказывал? Не помню кто, но бронировать не буду. Кому достанется. Так, вот такая желтая красотка. Смотрите, у нее тоже. Так, сейчас я ее поверну к нам. Видите, верхние цветочки. Прям вот такие выраженные. Много такого красного. Очень красивые. Они даже не желтые, они салатовые. А здесь уже поменьше красного. И губа такая, видите, у нее яркая прям. Красотульки. Так, вы меня простите сегодня, что вот так вот снимаю все в разных местах, но не очень удобно просто. Сейчас мне их все вместе сложить. Вот такая вот красоточка. Смотрите, очень пышная. Невысокая. Примерно 50-60 сантиметров. И вот все тут у нас тоже, видите, замечательно с корнюшками. Вот такие вот два цыпленочка таких привезла. Такие прям жесткие у них цветочки. Тоже прям восковые. Очень красивые. Внимать не буду уж. Вот он второй. Пиратиков привезла. Наверное, 4 штучки. Так. Клеопатра вот такая вот. Мощная девчонка. Смотрите, какая красотуля. Клеопатра одна. Так. Кто тут у нас еще спрятался? Вот такая красотка. Все фото выставлю. Но раз вы смотрите, значит, они уже будут выставлены. Так, сейчас пойдем дальше. Так, ну а дальше у нас дендробиумы. Вот такие вот шикарные бульбочки. Это дендробиум фаленопсис. И вот такой вот у нас тут красивый цветулечек. Они будут недорогие. Вот один нобели. Так, вспышка не работает, и здесь особо видно-то не будет. Вот такая вот камбрия с таким цветочком. Крупный такой цветочек. Вот такая вот красота, это дендробиум фаленопсис. Вот такая камбрия. Очень красивая. Такая красотулька. Тоже камбрия. Знаю, сейчас покажу вам. Стоим мы тут везде. Будет ли видно только без вспышки? Вот такие вот красотки. Тоже восковая. Губа прям темная-темная. Попугайчик. Вот такая вот. Очень темная тоже. И губа такая же темная. Вот эта вот красоточка прям очень красивая. Цвет передает прям ее натуральный. Смотрите, какая губа у нее яркая, выраженная, да? Очень красивая. Очень пушистый тоже кустик. Все будет в одноклассниках. Так. Вот такая красоточка тоже.
Некуда мне их сегодня ставить, поэтому съемка сегодня везде. Так, вот такая вот красотка, это она желтая. Но вот почему-то камера ее никогда не передает. Вот она сама желтая, и вот такие вот у нее фиолетовые, темно-фиолетовые разводы, крапинки вот эти вот. И вот такая насыщенная губа. Тоже очень красивая. Так, ну вот такие орхидейки будут совсем недорого. Назову их отцветайки. Будут подписаны отцветайки, потому что у них немного цветочков. Так. Такой вот красотун один. Такая бабочка бедная, она у меня сегодня вся пострадала, зажала цветочки другими цветочками, и она у меня все сломала. Единственная бабочка, которая будет сегодня недорого. Так, и вот здесь вот красоточки еще стоят. Ну давайте уже более подробно, я думаю, выложу фото в Одноклассники, да, с ценами. И вам будет поудобней это все дело смотреть, выбирать. Простите за сегодняшнюю съемку. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Так, небольшое продолжение. Всегда забываю показать вот сюрпризы привезенные. Так, вкратце чуть-чуточку, вот прям совсем маленько, общим планом хочу их показать. Сюрпризы крупные. Вот даже если взять, вот смотрите, видите? Вот этот вот. Даже не знаю. Ну, корни видите сами, что все замечательные. Очень мало в каких горшочках, помалу корней. Вот сейчас достану два, да? Вот, видно, да, разница? Этот цветочек и на заднем плане, не знаю как показать, ну, в общем, вот этот вот цветулька поменьше, а этот вот он прям слоненок, из-за этого и разная цена на них. Вот видно, да, тоже, что все замечательно. Где-то что-то при упаковке, когда складываю посылочки, вижу, что что-то не так. Начинается там шейк или еще что-то. Такие цветы не отправляются. Что с ними случается, бывает в дороге, не спорю. Отсушивают нижние листья, там еще что-то. Это дорога, это темнота. Поэтому я думаю, что за такую цену, даже если что-то в дороге и случается с растюшкой, я думаю, с ней можно повозиться, можно попробовать. Причем это лето. Летом все растения адаптируются очень быстро. Главное подобрать правильный уход, правильное дать ей внимание. И очень быстро все восстанавливается. Ладно, дорогие мои друзья, вот на этом действительно все. Все, что я хотела вот вам показать. Просто про эти цветочки, потому что фото их я не выкладываю, их всегда много. И мне просто ну, неудобно цветущие фотографировать по 100 штук, да, и вот такие тоже. Так, дорогие мои друзья, заходим в альбом. Альбом открыла. Что вам показать еще? Ну вот откуда не возьму, да, все хорошо, все прекрасно. Сейчас достану откуда-нибудь издалека. Ну, здесь поменьше, да, корнюшек. Но видно, что вот оно, здоровое, хорошее растение. Сейчас покручу в другую сторону. Вот они есть, корнюшки, но не настолько много. Наростите, девочки. Это все мелочи. Главное, здоровое растение, да. Отсушивает там листья, портит их в дороге нижние. Да, это тоже ничего страшного. Это все бывает.
Поэтому все, мои дорогие, пока-пока. Заходим в альбом. Альбом открыла. Выбираем. И да, забыла сказать еще про бабочки. Бабочки, конечно, цена на них в этот раз дорогая, но торговаться я там тоже не буду. Мне предложили, я взяла. Поэтому решать вам, выбирать вам. Желающий помимо альбома брони, поверьте, у меня много. Поэтому выбираем, разбираем, покупаем, наслаждаемся красивыми цветочками. Все, пока-пока, мои дорогие, до новых встреч!